Зацените, какая у меня сковородка есть. 1000 лет назад ее купил. Лежит она у меня уже 3 месяца. Надо исправлять. Давайте приготовим блинчики оладушки в виде хрюшки. Мне интересно посмотреть, как она их приготовит. Кстати, ловите годный рецепт блинчиков. Безумно вкусные получаются. 2 яичка, 20 грамм сахара. 100 грамм пшеничной муки и 3/4 стакана молока. Вот такая жижка должна получиться. Ну что, давайте пробовать. Жарим хрюшку. Блин, ребят, не хочется признавать, что сковородка беспонтовая. Она вообще не жарится сверху. Ну, типа с корочкой. Наверное, съедобно. Пробую еще раз. Да, хорошие конкурсы, интересные.